то, що посадив, я лично за кабачки за свої переживаю, такі вони хороші мають бути. В общем, друзья, 13.00, Супер Мотокросс, 14.15, FMX-шоу. Также в 14.15 выступление на вейкборде от Дмитрия Масалова и его ученика Валерия Мирошниченко. Ну и сейчас пока чекаются группы, вы там пишите друзьям смс-ки, ставьте хэштег фестиваля, приглашайте всех, чтобы у нас была такая же большая толпа, как вчера. Потому что вчера, особенно на машине времени, было просто феноменально. Надеемся, что сегодня будет точно так же. Всем хорошего дня, приятного аппетита, кто подкрепляется. Отдыхайте, друзья. Скоро продолжим. Петь, петь. Петь, Лукач. Можем початок, король. Пойдет лики на трубе. Динамика на саксе на трубой.